Приходит внук к дедушке и говорит: дедушка, что такое альтернатива? Он говорит: ну что, вот едешь ты на рынок, покупаешь курочек, они несут яички, из этих яичек получаются новые курочки, из этих курочек получаются еще курочки, у тебя уже много яичек, много курочек, и вдруг раз, смерч, ураган, оползень, все снесло, и вокруг одна вода. Он говорит: дедушка, а что такое альтернатива? Он говорит: альтернатива утки. Поэтому ищем альтернативу. Спасибо, спасибо, что планируете мне сто, я не забуду. Все-таки 25 лет вам служу верой и правдой. Не, я еще стою. Но просто как-то я не понимаю, как зритель, как говорится, сидит, и никто его не радует. Да, как вам, кстати, в первом ряду, девочка? У вас такой красивый комбинезон, просто весь вечер смотрю, просто даже не понимаю. Да, прям вообще. Девчонки сегодня вообще, Питер, такие красивые девушки, просто невероятно. Сегодня вот в ресторане была, официантка подошла, я даже забыл, что хотел заказать. Смотрела на меня, смотрела, говорит: это вы? Я говорю: это я. Она говорит: а это я. Вот такие у вас юморные, потрясающие люди в Санкт-Петербурге. Ну что ж, а мне вообще приятно, что, как говорят, люди все думают, как о себе оставить память. А мне даже памяти себе не надо оставлять. У вас есть Басков переулок. И все думают, что в честь меня. Мне все время говорят: а почему Николай и так рано стали народным, заслуженным? Я говорю: потому что президент жил на Басковом переулке. И сразу все в памяти, все, кажется, всплыло. И мне приятно, что этот переулок очень облагораживает, ухаживает за ним. Так что, дорогие друзья, обязательно зайдите на Басков переулок и оставьте там пару цветочков. Напишите Николаю Баскову. Мне будет приятно. Мы это заснимем, куда-нибудь выложим. И вообще, как там на балконе происходит обстановка? А в амфитеатре? Что там, не наливают лучше? Что, где атмосфера эта? Где этот жаркий питерский зритель, а? Вот это аплодисменты нарежем в телевизионной версии, подставим под каждого артиста. Что такое успех? Ну, что-то мне не понимаю, случилось. Что-то, ты готова? А? Лиза, ты готова? Все нормально у тебя? Да, ты просто видишь, ты меня невнятно как-то объявил, поэтому нам придется все заново. Что? Красиво сделаю. Помнишь, тебя как красиво? Ты меня учил? Конечно. Конечно. Я когда увидел твои цветочки, вообще забыл, как это будет. Да, я знаю. Дамы и господа, для вас поет самое нарядное, самое красивое, самое неподражаемое. Она есть в каждом сердце и в каждом доме. Ваша Ёлка! Иди ко мне, мой бутончик. И я безумно люблю. Давай, работай. Смотрите, вот, во-первых, теперь я себя слышу. Во-вторых, мы с вами сейчас все еще раз повторим. А теперь я уже не так волнуюсь, теперь я немножечко оттаяла. У меня вот это вот от волнения, наконец-то, язык от неба отлип. И я спокойно, и нарядно, и красиво могу вас поприветствовать. Добрый вечер, мой любимый Петербург. Я вам безумно рада. Споем вместе со мной.